С 3 по 6 сентября в рамках Всероссийского молебна о Победе в Хабаровскую епархию прибудет чудотворный список иконы Божией Матери «Казанская». В краевую столицу святыню доставят рейсом из Иркутска 3 сентября в 6:00 утра в сопровождении митрополита Псковского и Порховского Матфея. 4 сентября после всеночного бдения в 19:00 будет совершен автомобильный крестный ход с казанской иконой вокруг Хабаровска. Икона будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, улица Тургенева, 24, который будет открыт с 8:00 до 20:00 для всех желающих помолиться и приложиться к святыне. Перед чудотворным образом Божией Матери ежечасно будут совершаться молебны. 5 сентября в Спасо-Преображенском соборе пройдет соборная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий. 6 сентября в 11:00 чудотворный образ продолжит свое путешествие по стране и будет доставлен в Петропавловск-Камчатский.